Всех приветствую, дорогие друзья, подписчики канала Jay Games, с вами Jay. Продолжаем проходить The Evil Within 2. Вот мы уже в мэрии дошли до резонансного ядра этого. Требуется авторизация. Подключите терминал с правом доступа. Терминал? Ну, тебе его дали. Видимо, коммуникатор. Запущен процесс перезагрузки. Это хренатень какая, да? И все-таки сейчас что-то будет. Он фотограф сзади. Обернись. Ты так долго меня разыскивал, и я пришел. Но постой, ты же ищешь не меня, верно? Нет, девочку. Это даже обидно. Но как обижаться? Не только ты стремишься заполучить ее силу. Есть еще кое-кто, куда более достойный, способный заплатить цену, которая тебе и не снилась. Уж прости, твоя ставка перебита. Ты излучаешь страх. Это прекрасно. Но это еще не закончено. Меня зовут Стефано. А ты станешь моим шедевром. Ах ты сволочь! Так, Стефано испарился. Это что такое? Ёп. На себе. Моя прекрасная аура. Человек фотоаппарат. Издеваешься. Понятно, она. Эта тварь прерывает запуск излучателя. Опа-на! Надо не давать этой твари остановить запуск. Перезапуск через 80 секунд. Перезапуск через 70 секунд. Надо, походу, дело в объектив надо сцелить. Перезапуск через 60 секунд. Тварь. По стенке, блядь, лазит. Тварюка, блядь. Перезапуск через 20 секунд. Осталось чуть-чуть продержаться. Давай, давай. Запуск через 10 секунд. Перезапуск
4, 3, 2, 1, сейчас перезапуск. Перезапуск излучателя. Блин, вот это дрянь. Отлично. Я спас свою шкуру. Но что делать дальше? Если он исчез, то наверняка вместе с Лили. Куда же он ее забрал? Нужно поставить в известность Кидману. Черт. Может, снаружи поймаю сигнал? Так, выберитесь из мэрии. Теперь нам поставят выбраться отсюда. Так, что тут есть? Так, прежде чем выбраться, я предлагаю пройтись по шкафам, ящикам, проверить. Может, что-нибудь найдем интересное. Дверь закрыта. Лучше побольше патронов мне давать, а нафиг не вот эти ваши кусты. Закрыто. По сути, отсюда можно спрыгнуть спокойно, и все, и не париться. Заперто. Так, стоять, откроем. Не могу поверить, что эти ублюдки использовали Лили в своих экспериментах. Им хватило наглости послать меня разгребать последствия. Нет, они реально больные. Ну, что так выбрались, какая разница. Чувака уже нету. Проклятие. Лили в руках у этого ублюдка. И нужно начинать все сначала. Мы восстановили контакт с маркером. Наконец-то. Соединяйте. Себастьян. Себастьян, ты слышишь? Кидман. Наконец-то. Ты в порядке? Психопат все еще на свободе. Я запустил излучатель. Это замедлило гада. Но он все равно удрал. Лили у него. Она там одна, ей страшно. Я должен найти ее, пока он не сделал что-нибудь ужасное. Я совсем рядом. Я чувствую. Мы хотим найти ее так же сильно, как и ты.
чтобы... чтобы ваш дорогой эксперимент не провалился. Какая трагедия, столько времени и денег потрачено зря. Я говорю за себя, не за Мёбиус. Я много общалась с Лили во время тестов. Она хорошая. Я за нее волнуюсь. Ситуация сложная, но я верю в тебя. Соберись, мы должны спасти ее. Вместе. Да. Ладно, ты права. Спасибо за поддержку, Кидман. Всегда пожалуйста. Сейчас надо выяснить, куда он ее забрал. Он сказал, его зовут Стефано. Стефано. Поняла. Попробую найти какую-нибудь информацию. Хорошо. А я пока свяжусь с Анилом. Попробуем с ним вместе найти маньяка. Да, хорошо. Если нужна помощь, выходи на связь. И еще... Себастьян. Да? Удачи. Спасибо. Куда же он ее забрал? Так. Кажется, я знаю, куда. Даже и не скрывается. Как будто провоцирует меня. Но если он хочет драки, он ее получит. Надо только туда добраться. О'Нил, это я. Вижу, излучатель стабильного поля работает. Скажи, что ты нашел ядро и уже идешь сюда. Увы, нет. Лили все еще у этого психа. Но я понял, где его искать. Ага, я тоже вижу. Я поймал сигнал из театра. Это в другой части города. Хорошо. Наверное, придется снова идти через сеть. Подскажи мне направление. Сейчас. Похоже, излучатель стабилизировал некоторые проходы. Ближайший к театру выход – Д5. Не знаю, с чем ты там столкнешься. Будь осторожен. Да теперь меня уже ничем не удивишь. Ну, я все-таки думаю, нас что-то здесь может удивить. Глава 6 на охоте. Так, что нам? Так, мне все-таки интересно, там же у нас что-то было. Вот здесь так. Не, ни хрена. Ну что, пойдем тогда, получается, через сеть опять. Нам надо пройти. Убежище. Так. Что? Точек резонанса нету больше. Да, локация маленькая, коротенькая. То, что город. Ну, в смысле, это город сам большой. Юнион. Разбросан по несколько локаций. Так, порох нашли. То все, да? Хреново. А ждет он нас, наверное, в переходе что-то уже более нечное, более страшное, более зловещее. Уже 100%. Она же как-то должна нас, игра, по-любому уже удивлять. Вот сейчас дальше посмотрим, чем она еще нас может дальше удивить. Так, друзья, я сейчас перемещусь в кабинет Себастьяна на прокачку мозгов.
Так, прокачали мы здесь, соответственно, выносливость немножко добавилась, все. Пока по максимуму. Нужно терпеть, терпеть, экономить и стараться больше убивать этих, эту нечисть. Вход через, ищите выход на 5. Я, кажется, помню. Там была какая-то дверь на 5. В этих переходах. Так. Быть, это проход, о котором говорил Онин. Так, ну прежде чем туда, там была какая-то, я помню, дверь с кабинетом. Давайте быстренько я возвращусь, сейчас посмотрю. Может быть, там что-то интересное. Может быть, я что-то пропустил. Черт. Понимаю, они тут кушают, да? Так это вообще что такое? Следовать след... То я не зашел. Электронное сообщение, расширенные данные всем сотрудникам, ответственным сотрудникам Пилигрим. Касательно расширенные и данные. Благодаря успешному ходу вербовки мы приближаемся к целевым показателям по сбору данных. Каждый гражданин Юниона добавляет хранилище STEM 100 экстабайт, увеличивает способность системы обрабатывать данные. Для активации беспроводной STEM необходимо 2 миллиона экскабайт. Учитывая темпы роста, мы достигнем этого показателя за несколько месяцев. С появлением беспроводной STEM отпадает нужно дорогостоящих капсул STEM, и приблизительно наша цель, вторая фаза, тотальное внедрение системы STEM для всего населения. Да, вот это не бомбят. Центральные чипы защищают сотрудников Мобиуса от сигнала второй фазы, которые беспроводные излучатели STEM распространяются по всем углам планеты. Они, по ходу дела, хотят весь мир погрузить эту систему STEM. Шакалы, блин. Так, а там вроде ничего. Ну да, я тут все обшакалил. Да, не будем так говорить, обшакалил, обыскал. Так более культурно. Сеть тоннель перехода с запада. Лили, о, это место сводит меня с ума.
Так, подсумок. Что у нас улучшится? Улучшен подсумок. Пистолетный патрон 38. Отлично. Опа! Тварь, блядь. Сколько ж тебя стрелять-то можно, блядь? Урод, блядь. А чё он не уделяет никакую жидкость, блядь? Уродец. Блин, стреляешь ему четко в голову. Там достаточно, по идее, два патрона. А он все равно не умирает. Давайте, может, сюда попробуем заскочить. Что здесь-то? Так, все, да? Больше здесь ничего, погнали. Кушались они, бля. Да, выносливость явно побыстрее восстанавливается. Это уже хорошо. Сеть производственные помещения. О, что это за чертовщина? Не знаю, хренотень какая-то. Включаются телевизоры. Послушай, что ты говоришь, Мира. Лили жива, просто ее похитило тайное общество. Ты понимаешь, как это глупо звучит? Но это правда. Как ты не понимаешь этого? Я знаю, что с этим трудно смириться, Мира. Но она умерла. Наша девочка умерла. Но я могу доказать это. Смотри. Мира, ты зациклилась. Тебе нужен отдых. Потом это пройдет, и ты смиришься. Нет, нет. Я никогда не смирюсь с этим. Если не хочешь мне помочь, я сама узнаю правду. Мира, ты была...
Так, слайд. Реликвия прежних времен для до мобильных телефонов. Такие встречаются источники в старых чертогах, понятно. Браво. Старенький слайд мы нашли. Но почему я вижу это сейчас? Потому что это имеет отношение к сюжету. Дальше все раскроется. А камесь ни черта особо непонятна, но выводы сделаны. Опа! Я уже хочу убежать отсюда. Хрена себе хрень. Господи боже, ничего себе тварюга. Может, удастся проскочить мимо? Это липкая, блять, скользкая хренотень. Спасибо. Прошли, можно уже музыку. Надо так... отсюда убираться. Можно музыку такой отключать можно. Опа. Если бы у меня патронов не было, что бы тогда было? А было бы, наверное, полное сатиш. Это клёванное место должно было быть стабильным. Должно быть, но не обязано. Отчет номер 00532, отделение ядра. Касательно инструкции в случае отделения ядра. Так, первоначальная важная задача — вернуть пропавшее ядро. Отделение ядра, даже весь лишь несколько часов, может прийти к сбою в программном коде STEM. Если после отделения ядра произошло более 36 часов, в действие вступает инструкция, созданная для поиска возвращения ядра. Данная инструкция предназначена только для сотрудников Мебиуса с доступом уровня Альфа. Доступна только служба поддержки сети.
Патрончики дробовичочные. Так, уже выходим за рамки предела полчаса. Кто-то следил. Лили. Кто-то собирал информацию о ней. Не с места. Ты из Мёбиуса, да? Я... Заткнись! Ни слова! Ты не из наших. Да, точно. Меня прислала Кидман. Слушай, я пришел помочь. Меня зовут Себастьян Кастелланос. Ты врешь. Себастьян Кастелланос мертв. Что? Нет. Кто тебя наплел? Повернись. Медленно. Ты Юкика Хоффман. Откуда ты знаешь? Я же сказал, меня послали найти мою дочь Лили. Ядро. Я говорю правду. Я знаю. Не понял. Нет микромимики, взгляд не отводишь, не переспрашиваешь. Так что уже понятно, что не врешь. Ясно. Ты штатный психолог. Приходится выживать, как умею. Увы, я не боец. Да уж, ты не одна такая. Прости, что угрожала. Привлекают независимых контрактников? Значит, ситуация лучше не становится. Ты нашел других членов группы? Да, но жив остался только О'Нил. Лиэм выжил? Хорошо. Ему удалось стабилизировать пространство? Большой излучатель включен, но тут все равно все разрушается. Думаю, все это из-за психопата, который похитил Лили. Он чувствует себя в Юнионе как дома и может всем управлять. Значит, моя теория верна. Это не просто разрыв соединения с ядром. Психологи стараются зря не использовать термин «психопат». Но в данном случае он подходит. Только клинический психопат может так воздействовать на Стэм. Психопатическая личность, пытающаяся с помощью Лили усилить себя. Самый худший из сценариев. Ты же спец. Как посоветуешь действовать против него? Психопаты асоциальны, лишены эмпатии, имеют садистские склонности. Их общее качество – патологический эгоцентризм. Их заботят только они сами. Можешь назвать что-то важное ему? Да. Он воображает себя художником. Только об этом и твердит. Может быть, нужно атаковать его через его работы? Уничтожить что-то ценное для него, выбить из равновесия? Я понял. Но сперва нужно до него добраться. Он прячется в театре. Ясно. Тогда тебе нужен выход D5. Это рядом, в соседней комнате. Соединим коммуникаторы, чтобы быть на связи. Я подниму свои файлы и проверю, нет ли там полезной информации. Мне кажется, мы что-то упустили. И, конечно, его будет очень сложно победить. Используй все, что может пригодиться. Так Лили действительно считает меня мертвым? Или ты просто меня так проверяла? Мне очень жаль, но да, она так считает. Я сама так думала до сегодняшнего дня. Но я уже научилась с подозрением относиться ко всей информации от Мёбиуса. Было сразу видно, что ты не лжешь. Но почему они так поступили? Что же они за чудовища такие? Да, это плохо. Но подумай вот о чем. Для Лили менее травматично считать тебя мертвым, чем знать, что ты жив, но не можешь ее забрать. Да, наверное.
Но что будет, когда я ее найду? Не бойся. В этом случае она поверит своим глазам. Если Мёбиус не отправлял в стэмп психопатов, как сюда просочился этот тип? Я не знаю. Перед помещением в стэмп каждый участник проходит психологическое тестирование. Мы втайне следим за всеми, чтобы уловить признаки психической нестабильности. Ага, с ним это не сработало. К сожалению, диагностировать психопатию и социопатию бывает очень сложно. Психопаты обычно умные и хитрые. Понимая свой диагноз, они ловко имитируют поведение в границах нормы. То, что этот человек нас одурачил, значит, что он действует умело и осознанно, и это хуже всего. Отлично. Значит, ваши тесты отсеивают только слабых психов. Вина за все, что произошло, лежит на мне. Это я разрабатывала тесты. Ты сказала, вы что-то упустили? Я внимательно изучила материалы по инциденту в маяке, чтобы избежать подобной катастрофы. Тогда виновный во всем и был ядром. Но пространство оставалось относительно неповрежденным. А здесь как будто что-то не так. О чем ты? Странные существа. Разрушение Юниона. Полная потеря связи с Мёбиусом. Это слишком много для одной личности. Пусть даже из силы ядра. Он говорил о ком-то... о человеке, который хочет завладеть ядром. Может быть... Нет. Об этом лучше не думать. О чем? Есть только одно, что может быть здесь сильнее, чем психопат. Но мне нужно сначала проверить эту гипотезу. Кстати... Так, все, да? Ничего я не упустил. Итак, дорогие друзья, давайте на этом сегодня закончим прохождение The Evil Within 2. Если кому-то понравилось, оставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в Одноклассниках, пишите ребятам в комментариях, всем отвечу и всем удачи, пока.